Живе Беларусь, слава белорусским героям Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем героям, имена которых, увы, мы не знаем. И вот 18 февраля 2022 года избранный президент Беларуси Светлана Тихановская в кулуарах Мюнхена провела переговоры с Биллом Гейтсом. Вот я лично считаю, что Светлана Тихановская делает все возможное, чтобы избавить свой народ, Беларусь, от того режима, который сейчас и последние уже 20 с лишним лет у Беларуси. Лично я считаю, что эта женщина, которая до этого не имела никакого отношения к политике, уже за это время набралась большого опыта в дипломатии, в дипломатических переговорах. Я лично очень еще больше стал уважать Светлану Тихановскую. И надеюсь, что эти переговоры с Гейтсом тоже как-то помогут приблизить Донецк Лукашенко. Живе Беларусь, слава Беларуси!